родителей, пусть и замечательного города Харькова. Меня переполняет чувство гордости и радости, ведь я очень вижу, что Харьков – это танцевальная столица Украины. В этом замечательном зале спортсмены, атлеты, которые сегодня будут галантно, аристократично конкурировать между собой. Именно конкурировать, а не соревноваться. Хочу сказать отдельное спасибо всем партнерам, спонсорам, которые приложили усилия в подготовке данного проекта. От имени Международной академии по защите прав человека хочу вручить, отметить тех людей, которые вложили свою силу, душу, энергию в проведение данного мероприятия. А это Шкуреев Кирилл Иванович, мастер спорта Украины международного класса, кандидат в Ассоциацию. Высочайшая угодская нашим организаторам. Так, время на финальный конец сегодняшнего соревнования. Мастер спорта Украины, Сашков Дмитрий Александрович. Three, two, one.
Федоро Галина, ми чуємо вас. Це Федоро Галина. Ча-ча-ча, чи-фрі, ча-ча-фай. Разом будете на фрі. Чи, ван, чи-фрі, ча-ча-ча. Let's go. Серебряными призерами стала пара под номером 337 Олиник